Так. 16 лямчиков. Ну, последний, 45-я. Рейд. Да, ну сохранись. Плюс на говне идти на всяк. Сохранился. Так. Что хотят там? Верфи нового Сирта использует свой флот десантных кораблей класса Мамонт. Для контрабанды припасов. Это какая-то синяя, не миссия. Ну, типа желтая, да. Ну хуй, значит, опасно, мне кажется. А сколько там наш? 230. Мы, наверное, 230 не наберем, чувак. Да. Ну, я попробую. Давай пропустим ее. Давай, не, я к тому, что попробовать, а если не зайдет загрузиться. Ну, давай. Почему нет? Разрушите объект, где находятся важные компоненты. Починки все. Даже не знаю, на чем ты пойдешь, там требушить. А что есть, да. Ну ты выбирай, что есть. Давай, да. Выбор хуёвый, блядь, испокоться, но, блядь, Требушет. Требушет, Shadowhawk или Центурион, ты делал выбор. А, ну, можешь какие-нибудь бэка покоцаться, но взять на лазеров, тоже хороший вариант. Ну сейчас подожди, да. Придется на экзотике играть, короче. Давай хэнчбэк возьму. Хэнчбэк? Ну он покоцан, ну, да. Учти. У него блядь, плечо покоцан. Да. Ну я думаю, вытянет. А ну если ты хэнчбэка тогда берешь, тогда я, наверное, тоже возьму какого-нибудь такого пацана, чтобы в уборе тебе помогать. Так, ну и что у нас остается? Ну, надо брать самых тяжелых. Это Центуриончика. Центуриона, наверное, да. И еще кого-то. Трибушета можно. Трибушет вытянет, да. Ты думаешь? Бери, а что делать? Ну, да. Ну, кто как-то там... так. Так, это надо туда починить. Ну, только починить. Все. Ну, попробуем. Посмотрим, что будет. Аккуратно надо, предельно аккуратно. Да, не спешить. Ебать, покуцаю. Сразу. Сразу разберись с группами. Ну, с него, кстати, тоже на средних, здесь на среднеближних можно нормально шотать, короче, голову там, пацан там. Так, пойдем по ПМО сейчас вот эту базу разнесем. А потом там сразу две базы получается. Для цели. Прям на горку сразу. Прикольно, у них тут какая-то хуйня. Не ломается. Ты сломался. А тут туда пошел. Ну тут одна база, там сразу две. Бягу. О, уже вижу что-то справа. Танк. Ебать, не наваливают. Сразу разъебали танк, нахуй дали ракету. О, вблизи танк. Сейчас я его ебану. Ай-яй. Идет, сука. Ай, я застрял. Есть. А что там идет? Там идет, блядь, драган какой-то, хуй. Ебать. Я ему руку отбил. Да. Ой, тебя что-то сзади спину полетает, чувак. О, пизда, ему блядь. Разъебали. Там сверху стреляет этот убермех, ебаный, блядь. Пизда, я переигрелся, но я ему секанул со всех лазеров. Все, что мог. Там турели где-то вылазят, аккуратненько.
чище турель. Пошел базу, что ли? Надо халупу тебя сломать. Все. Разъебали все. А, выпустите меня! Суки. Тебе на гору надо забраться. Да. Это видим по карте. Да, там вертуха, вертуха. Это и горы ебаны. Зайдет. А, ебать, на тебя упала вертушка. Да? Прям на голову. А не заходит. Чисто наверху. А, не чисто, уже не цепь. Это хуйня. Ой! Точно, хуйня. Мелкий хуй. Какая-то турелька. Пизде ушла. Вертуха сверху. Так, танк. Ушел. Что такое? Слева вышел, вышел слева. Вышел. Так, аккуратно. Где он? Ой, ебать, там прилетает. Не, надо выходить аккуратно. Давай этого разъебем. Нормально. Ебать, его полетело. Да, там вертуха, вертуха, вертуха. Шутки, блядь. Там три, там два еще, короче, кроме этого. Да, и надо аккуратно заходить как-то сбоку. Там, там смотри, сверху мог напихать. О, пизда, десантировал, зря не улетел. В космос, нахуй. Я ему одно оружие выбил. Так, справа, справа еще заходит. Там бегает. Там какой-то пес, не знаю. Блять, там вульверин какой-то бегает, ёпта. Ага, что это за хуй? Еще вертуху. Вертуху снял. Бля, сука, нахуй по мне наваливает, тварь. Аккуратнее, аккуратнее, сейчас он выйдет. Да, блять, стеночку принять. О! Бля, он бронированный, походу, я ебал, короче. Он там не хочет, бля, он не хочет. Что-то это самое. Сука, он убегает от меня. Еще летает, блядь. Пытаюсь его догнать, петуха. Бля, ебать ты нахуй нормально, физикаешь, пацан. Он к тебе побежал, бля. Пошел ты в жопу. А отступай к нам сюда, с пацанами сейчас мы. О, все, он на зоне, на тебе. О, хорошо ему зашло, ох. Со всех лазеров. Кстати, один, они за тобой не пошли. Да? Ну ладно. Я в грудину, ему в грудину, чувак, напихай. Если есть возможность. Все, пизда. Бля, это дед какой-то был, цени. Матерый дедок. Дженнер на лазерах неплохо все на средних показывает, да? Нормально, грудину выжигает. Слушай, а мне что-то... Броня стала какая-то... Была аж коричневая. Стала желтой. В плече, помнишь? Не знаю, может коричневый пизже, чем желтый. Не, я к тому, что может пока я ходил, она починилась. Биты идут. Так, я раздавил халупу. Так, еще одна остается, последняя залупа. И там турелька, кстати, справа. Десонт, уходим на десонт. Ну и все, глянь, разъебали все. Бля, они десантируются. Между выходом, чувак. Да, я вижу. Бля, что делать? Придется с ними драться. Да. И там вертушки летят сверху, аккуратней. Большая ушла, мелкую надо. Где они высадили? Че они высадили? Ебать, они высадили? Что это такое? Блять, там асану. Какой-то асан, нахуй. Да.
не мелкий. Мелкую надо ебануть. Это тоже какой-то другой. Мелкий. Аккуратненько, короче. Да, главное сейчас не слиться. Ебать, он на больших лазерах, этот пес. Ну я пойду в атаку тогда, короче. Ебать, он еще и тихушка, ебать. Пойду к этому асому пиздему, дам, короче. Давай. Я попробую мелкого сейчас это разъебать. Это тоже какой-то мелкий. А, это циката. Дайте я залп ебать, дам. Ебать, он на ракетах, этот асом. Это он ракетчик. На ракетах, у него и большие лазеры он стрелял, по-моему. Бля, цикату добить, сука, не успел. Короче, асом это типа ракетчик. Все, цикаду убил. Ебашу к тебе. Смотри, не подставляйся сильно, чтобы ничего не выбил. Чем с пацанами. Я не могу не подставляться. Но я могу напихать ему по КД для ракет своих нахуй. О, пизда, его вынесли. Сука, его вынесли. А ведь могу пойти, блядь! Я перегрелся! Все, нормас, я все тут разъебал. Иду на выход, иду на выход. Че там у нас? Ебать, этого у Центуриона почти ёбнули, блядь. Этому ногу подпилили почти. Ну слушай, выдержали. Сейчас едем ремонтироваться, закупаться. И вся хуйня. Жестко плюс мощно было, блядь. Бля, дадут интересно этого сама. А у нас, наверное, не хватит на него. Ну че не выходит-то? Пиздить что-то. Ну это же этот, типа, крутой. А, ну да. Сейчас что-то будут еще тереть. Наверное. Ничего не дали. Да ничего не дали, вот петухи. Но зато оружие навалили, всякого ненужного дохуя. Ну за 12 ты было точно забрал бы. Ну, в принципе, все нормально на самом деле. Все в рамках, так сказать. О, ошибка, да, система связи сообщений не найдена. Ошибка системы связи с отправителя не найдена. Новых сообщений один. Компания Sierra Materials углебили Виктора. Вот, да, МДР. Виктора, да, какого-то. Компания Metal Industries благодарит вас за приобретение нашего боевого меха ВНД-1Р. Гордость ВССК более 190 лет. Настоящим сообщением, что согласно запросу, наш новый мех доставлен в систему Бедель. Отправляйте ваши данные входа до прибытия в точку прыжка системы. Наши агенты по поставкам помогут вас доставить новый мех, предъявленный вами мехотсек. Благодарим вас за то, что мы выбрали Керес Металс. Окей, окей. Ну, и что, дали? А, гля, он нулевый, кстати, сразу. О, заебись. А, ну это печевик, это как пантера, короче. Ну-ка, оснащение. Да, ну лазер, типа, он как пантера, только уже доведенный до ума. У него типа пич, средний лазер и РБД-5. Ну, кстати, он нам пригодится. Можно пантерку тогда скинуть. А, мы ее и скинули, кстати. А ты говорил, по пути там еще один квест будет? Вроде? Ну да, да, есть еще один по пути. Можем на него залететь. Да, ну, можно было сделать. Черт, и, а, не, можно вот... либо сразу, либо на квест залететь. Военная зона. Ну это не по пути, да? Да. То есть не по пути. Но нам один прыжок либо до квеста, либо до починиться. Как-то так. Ща я тут немного затупил на этом, на новом меке. Да, он прикольный, кстати. Так, ну это снайпер чисто, типа с пича пострелять с одиночными. Ну пускай вместо пантерки будет, почему нет. Ну да, в принципе, логично. РБД-5. Давайте сейчас мы починим тогда. Я у него там один маленький лазер в руке стоял. Я ему на средний заменил, хоть там средний слот. Чем-то маленький стоял. Так, у него получается два средних лазера, пич. И еще слот под маленькие ракеты. Тут там уже, в принципе, РМД-х напихать. Но если на боте, то лучше пускай там РБД-хи будут. В дистанции. Не, в принципе, в другую систему? В принципе, можно на миссию, чувак, а потом пойти на редкого меха. Либо сразу на починиться.
Как думаешь? Ну, сам думаю, там я ж не вижу по пути, не по пути. Если по пути не надо, короче, по пути там. Нет, да давай заедем. Подожди, она прыгает как... А, нет, да, все правильно. Да, давай, давай, поехали на миссию. И пойдем на редком. А ты будешь на этом виндикатор, на виндикаторе ходить? На каком? Ну, который дали? Ну, 40... Да. А, ну да, почему нет? Ну, я могу просто ему, типа, поставить, смотри, я могу, я сейчас его зафитил, типа, я могу поставить ему ближние ракеты в торс, чтобы тебе в ближнем бою было полегче. Ну, давай. Ну, тогда, типа, боту лучше, типа, дальние. А тебе будет больше... А, не, тогда пускай лучше дальние остаются для бота. Да, потому что, понимаешь, боты с ближними ракетами, они подбирают как можно ближе к цели, чтобы, типа, максимальный дэмэдж был. И их убивают, нахуй, сразу. А если тебе, ты же это умный, ты же не полезешь, когда к тебе подбегут, ты их используешь, короче. Подбегут, ну, в общем, летел. Поехали. Вообще так-то прикольно, типа, тоже. Нет, на самом деле, мне нравится. Я поиграл бы, но не на каждый, конечно, катки. Он 45-тонник. Такое, короче. Ну, типа, да, пантера, типа, увеличенная пантера, по факту. Так, ну и чё, берем миссию сразу.